Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Александр. И сегодня, друзья, мы с вами будем изучать колясочку от компании Spiro. Моделька называется Yoga. И я недавно делал обзор на чудесную колясочку от этого же бренда Spiro. Моделька у нас называется Milu. Я говорил, что это колясочка такой премиум сегмент от бренда Spiro. Это правда, и ценник хорош, и дает она очень много. Ну, в общем, рекомендую посмотреть этот обзор, не так давно он был у меня на канале. Но вот Yoga дает нам практически 80% того, что дает нам Milu, вот, но ощутимо дешевле. Друзья, ценник внизу будет по ссылке в описании на магазин First Buggy, там же и подробные характеристики вы сможете посмотреть. Реально очень крутая коляска по соотношению цена, качество и практически вот премиум сегмент, не побоюсь этого слова, потому что вот она стоит сейчас. По ссылке после видео пройдите, посмотрите. Цену не буду называть, потому что цены меняются. Но вот очень адекватных денег, очень конкурентоспособна. И если мы берем вот эту же стоимость и смотрим рынок, то она выделяется среди них всех своим качеством, качеством материалов. Поэтому я говорю, вот за эти деньги я даже не знаю, что лучше бы я мог вам предложить. Вот, ладно, начнем изучать. Я вам вводные характеристики назову. Повторюсь, подробные будут в описании. Spiro – это польский бренд. Если вдруг кто забыл, гарантию производитель дает 1 год, причем очень лояльный сервис, прям очень хорошо к клиентам они относятся. Большой плюс этой коляски – она весит с люлькой, как сейчас вы видите, 11,8 килограмма. С сиденьем обычно тяжелее коляски бывают, а она легче – 11,6 килограмма. Спинка, диапазон в прогулочном блоке, к нему мы подойдем тоже, 115-170 – очень отличный показатель. До 4-5 лет, естественно, плюс-минус колясочка предназначена, так как 22 килограмма выдерживает. 60 сантиметров у нас колесная база. Везде мы проедем, в любой лифт, все нормально. И размер люльки, друзья, здесь 75 на 35. Она большая, широкая, достаточно глубокая. И по все нужные она, собственно, закроет вам и зимой в том числе. Давайте быстренько еще по комплектации пробежимся, потому что здесь, ну, накидали столько всего. Оригинальный подстаканник, адаптеры высоты для люльки, дождевик в прогулку, дождевик в люльке, сумка, матрасик прогулочный блок, накидка на ножки для прогулочного блока, москитная сетка и в люльку, и в сиденье. В общем, ничего вам докупать в принципе нужно не будет, как по мне. Вот, ну, в общем, давайте смотреть. Вот она перед вами. Самый, наверное, популярный цвет, который был в 2022 году, вы сейчас видите. Один из самых востребованных цветов. По тканям, друзья, вот не знаю, как они в эту цену делают так, я не знаю, но ткани очень приятные, тактильно дорогие, качественные. В общем, к тканям 0 претензий, вопросов нет. Козырек у нас имеет, смотрите, вот такую вот опцию. Видите, мы можем взять и увеличить его. И здесь у нас не сетка, москитка, а полностью закрывающийся внахлёст козырек. Это тоже очень круто. Здесь есть еще один замочек, но он здесь нужен не для того, чтобы мы открывали, а просто чтобы снимали, полностью отстегивали козырек. В жизни он маловероятно, что вам пригодится. Так, убираем. Также у нас есть удобная ручка для транспортировки без сквозного отверстия. Вот такой вот дополнительный козыречек, который можно внутрь закинуть, завернуть, и все. Смотрите, есть у нас также бортик, чтобы ребенку не задувало. И что мне нравится, вот эти накидки на ножке, когда они сделаны с двумя замками по бокам, мы открываем их сбоку и сразу попадаем в люлечку. Вот, собственно, как у нас выглядит люлька. Такой большой толстенный матрасик, жесткое дно, все как полагается. Так, и вот еще сразу обратите внимание, это у нас бортик, который закрывает вот эту часть внутреннюю, чтобы, сейчас покажу для чего, к сумке мы вернемся. Если мы открываем здесь,
Вот так это все откидывается. Ребенок может на животике лежать в теплое время года. Это очень актуально. Да, в принципе, и зимой, когда хотите, чтобы было свежо, ребенок все равно тепло одет, на животике лежит, бодрствует. Вот открыли, пускай себе наблюдает. Но если вы переживаете, что когда вы закрываете эту секцию вот таким образом и думаете, что там где-то что-то поддувает, вот этот... эта накладочка как раз таки решает эту проблему. Она на замочке пристегивается, она непродуваема, поэтому вопрос закрыт. Так, собственно, по люльке, друзья, мне добавить больше нечего. Единственное, хочу сразу заметить, у Эспира есть такая вот фишечка, видите, вот эту вот распорочку, она, собственно, решает вопрос того, что люлечка вот так вот гуляет. Есть люди, которым это не нравится, и у Эспира есть решение этого вопроса. Распорку ставим, и люлька стоит как вкопанная. Соответственно, убирается легко. Чтобы ее снять, тут вот есть кнопочка, нажимаем ее и, собственно, снимаем. Смотрим, есть ли ножки. Ножки есть. Можно, соответственно, смело ставить на пол и не бояться, что она каким-то образом повредится или запачкается. Так, друзья, сейчас мы поставим с вами прогулочный блок и потом перейдем к раме. Но сначала разберем, что из себя представляет прогулочный блок. Вот такой вот он компактный. Она в сложном виде, реально небольшая колясочка. Так, нам нужно убрать вот эти адаптеры высоты, которые я озвучивал в комплектации. И ставим без них. Уже ставим прогулочный блок. Он, друзья, реверсивный. И по ходу, и против хода можно ставить, естественно. Вот так вот это все выглядит. Вот 115 градусов, о которых я говорил. Капитанская посадка. Сильно спинка не завалена. Очень здорово. Также у нас подножка выполнена в эко-коже. Чтобы можно было это все почистить, регулируется у нас с помощью кнопки вот здесь снизу. Низ опускается. Также у нас есть матрасик в комплекте идущий, чтобы было помягче. Бампер из эко-кожи. Насколько я помню, он откидывался как калиточка. Где же твоя кнопочка? Вот он. Все, вот так вот откинули, посадили, все хорошо. Давайте посмотрим на козырек. Здесь у нас под... магнитной накидочкой, с помощью магнитиков она, кстати, крепится. Есть смотровое окошечко. Также у нас вот этот дополнительный козырек. Его можно, если что, отстегнуть, он на замочке пристегивается. Ну, маловероятно, что вы будете это делать. Также секцию можно увеличить еще на одну. Еще одна секция у нас вот так вот открывается москитной сеточкой. Она секция в секции получается. Можете пользоваться, можете нет. Так, регулируется наклон у нас с помощью рычажочка вот этого. Вот это наши 170 градусов. По-моему, 170 было. Да, 170 градусов. Все вполне себе отлично. До полугода докатались, например, в люльке, там 6-7, кому-то 8 месяцев. Потом смело пересаживаемся в прогулку. Желательно, чтобы лицом к вам был ребенок. Вот, и все, и будет вам счастье. Так, давайте теперь перейдем к основанию, к раме. Вот, ручка здесь у нас регулируется телескопически, выполнена в эко-коже. Приятная эко-кожа, хват достаточно толстый, ухватистый, так сказать, как я люблю. Вот, также у нас будет идти подстаканник, который вот так вот раздвигается, и можно 0,5 сюда спокойно бутылочку вставить. Так, по высоте ручка, вот это минимум, это максимум. 186 мой рост, можете вот проецировать, как вам будет. В принципе, диапазона вот так хватает. И что важно, здесь убрали перекладину повыше в раме, и при быстрой походке вы не будете пинать раму здесь, в принципе, никаким образом. Так, друзья, давайте теперь на основание посмотрим. Колеса у нас здесь просто резина, они не надувные, передние, естественно, поворотные, с возможностью блокировки. Вот так сделаем. И вниз. Все, так можно заблокировать. Амортизация у нас есть с антишоком спереди.
Давайте посмотрим, что у нас тут сзади. Ну, слушайте, ход очень большой, приличная амортизация. А тормоз здесь очень классный. Сверху нажимаем и тормозим, и снимаем с тормоза. Очень удобно. Это у нас накидочка на ножке, которая идет на прогулочный блок. Вот. И вот такой вот у нас вот багажник интересный. Он закрытый. Можно его открыть с помощью замочка в верхнюю секцию и сделать его как бы просто, чтобы вы сверху накидывали, и все. Не знаю, видно вам, не видно. Вот так это все, собственно, выглядит. Багажник нормальный, глубокий. Под все такие бытовые нужды будет хватать. И удобно, что вот так мы прикрыли. Тут магнитики стоят. Все, и заблокировалось. Туда ничего не летит, грязь не летит. В принципе, окей. Давайте теперь, друзья, посмотрим, как эта вся конструкция складывается. Накидочка на ножке вот такая вот. Она плотная, она непродуваемая. Вот, влагу хорошо держит, поэтому зимой, в принципе, можно доверять ей спокойно, чтобы он прятал от непогоды, она прятала ребенка. Так, чтобы сложить колясочку, нам нужно отрегулировать правильно прогулочный блок. Здесь есть сверху кнопочка, чтобы мы наклоняли, и рычажок, который нужно оттянуть в сторонку, чтобы она вот так вот у нас ушла. Так, сейчас мы попробуем с вами его сложить установленным по ходу движения. Вот так это выглядит. Вот, собственно, когда мы по ходу ставим, мы складываем таким образом. Давайте теперь попробуем против хода. Здесь все немножко неоднозначно. Я уже давно ее сам не складывал. И поэтому бывает периодически забываешь, где именно какая кнопка. Вот. Давайте теперь попробуем против хода поставить. Проделаем ту же процедуру. Опрокидываем. Ну, всегда, в большинстве случаев, точнее говоря, лучше складывать коляску против хода, потому что она так сразу же становится как нужно компактно. Вот, видите. И можно снять подстаканник, чтобы она лучше сложилась, потому что он обычно мешает. Собственно, вот так вот в сложном виде это выглядит. Есть у нас ремешочек для транспортировки на плечо. В принципе, как по мне, окей. Так, ставим обратно. Все, готово. Так, собственно, друзья, как я вначале сказал, как по мне, цена-качество у коляски, ну, прям очень хорошее, потому что вот взять этот бюджет, по ссылке пройдите, посмотрите, я не знаю, что я могу лучше купить за эти деньги. Ну, просто вот ничего мне не даст столько же, сколько дает мне и по качеству еще и материалов вдобавок, сколько дает Эспира. Поэтому, друзья, при выборе не проходите мимо этой коляски, обязательно ее изучите, посмотрите. В первую коляску приезжайте, все покажем, расскажем, собственно. Вот. А я хочу лишь пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор коляски для вашего карапузика. И удачи на дорогах. Пока.